Ну а когда наступает весна и лето, мы убираем теплые мешковатые вещи. И, кстати, знаете, что многие женщины предпочитают? Вязаное пальто. Легкое вязаное пальто Марлен. Встречайте, у нас для вас три цвета на выбор. Вообще, Оля, я тебе хочу сказать, вязаное пальто уже третий сезон очень популярны. И женщины их себе заказывают вязать, либо покупают готовые изделия. Но если мы будем заказывать вязать, денег уйдет гораздо больше. Слушай, я представляю, у меня бабушка вязала, мама вяжет. Я представляю, сколько клубков шерсти уйдет на изготовление одной вот такой вещи. Вот смотрите, друзья, 2999 рублей. Света, а теперь давай посчитаем. Если бы мы вручную все это связали, сколько бы стоило подобное пальто? Ну, давай считать. Итак, на пальто на такую длину, в зависимости от размера, уходит почти 2 килограмма нашего вязаного полотна. Учитывая то, что это длинные рукава, длина пальто ниже колена, плюс капюшон. Сейчас представьте себе, вы покупаете моток с натуральной шерстью, который стоит в магазине 300-400 рублей. Умножайте это на 20. Так у нас только 6 тысяч на один материал уйдет. Ты что, такие цифры вообще не произноси на телеканале Шоп-н-Шоу. Ведь на телеканале Шоп-н-Шоу самые выгодные цены. Ты знаешь, сколько мы еще скинули на это вязаное пальто сегодня? Сколько? 1100 рублей. Отлично. Вот на эту разницу для тех людей, кто любит вязать, можно заказать себе ниточки и вяжите себе шарфики. А вот пальто лучше закажите у нас. Ну что ж, давайте посмотрим сейчас действительно на сложную вязку. Вообще сегодня, выбирая вязаные вещи, мы радуем вас гладью. Вот так называется вязаное полотно, где нет никаких фактурностей. На самом деле гладкое полотно выглядит как, например, драповая ткань. Учитывая то, что здесь различный рисунок, вязка очень сложная. И сам процесс появления пальто очень сложный. Поэтому я очень удивлена, что цена за легкое пальто, вязаное пальто с натуральной шерстью, по цене легкой блузы. Да, меньше 3000 рублей. Свет, ты правильно заметила. Блузы сейчас в магазинах столько не стоят. У нас полноценное легкое пальто, вязаное с шерстью. Слушай, я не могу понять, почему шерсть в 21 веке наконец-то не колется и от нее не хочется чесаться. Очень просто, Оля. Сегодня технологи добавляют вместе с шерстью волокно, которое называется пан. Пан – заменитель шерсти, но он дает прочность шерсти, не вымываются яркие краски. И еще благодаря пану наше пальто можно носить десятки лет. С ним ничего не произойдет. Сегодня вообще во все смесовые ткани добавляют полиэфирные синтетические волокна, потому что благодаря им вещь держит свою форму. Посмотрите, я сейчас попробую растянуть рукав. Вот я его тяну, я с вами разговариваю, растягиваю рукав, но когда его отпускаю, вы не видите никакого растянувшегося полотна. Это благодаря пану, что он соединяется с шерстью. Итак, друзья, записывайте номер лота 001-105-211. Это ваше любимое легкое пальто Марлен. Скидка 1100 рублей. 2999 рублей. Осталось определиться цветом. Свет, три цвета на выбор. Ну что ж, классический синий цвет с белоснежными узорами выбирает сегодня наша Елена. Образ ее очень элегантный. У Елены 48 размер, и она выбирает пальто размер в размер. Обратите внимание на длину. Чуть-чуть выше колена. А сейчас на ваших глазах накладные карманы, о которых так мечтает каждая женщина. Функциональные карманы, сквозная стежка. Все это придает нашему пальто, конечно же, нотку романтичности. И еще мне очень нравится, Олечка, что здесь есть капюшон. Да, это здорово. Но знаешь, вот все-таки весна случается разная. Иногда вот прям холодно, ветерок, особенно к вечеру. Так и хочется все-таки, знаешь, вот укрыться, укутаться. И вот этот капюшон вам обязательно пригодится. Итак, выбрали цвет. Выбрали свой размер, ведь у нас размерный ряд от 46 до 64. Кстати, Свет, у меня такой вопрос к тебе. Ты сказал, что здесь есть шерсть. Угу. Шерсть дает усадку при стирке. Может быть, порекомендуешь на размер больше взять? Шерсть дает усадку, Олечка, ты права, когда она одна. И если женщины неправильно стирают, то шерсть, конечно же, садится. С добавлением пана шерсть получила возможность не садиться после стирки при температуре 20-30 градусов. Если вы ищете для себя пальто, если у вас багажник, богатые формы, и вы все-таки любите свободу, выберите на размер больше. При том, что с нашим легким пальто вы можете носить свитер, водолазку, джемпер, и тогда пальто будет свободнее на вас смотреться. Молодым девушкам от 46 до 50 размера я рекомендую брать легкое пальто размер в размер, а вот дамам постарше от размера 52 все-таки лучше выбрать на размер больше, чтобы чувствовать себя комфортно, как это сделала наша Люба. Люба носит размер 50 и выбрала пальто Марлен 52. Слушай, ну я не знаю, я смотрю на наших девочек, я их почему-то представляю
вечером на прогулке с букетом сирени. Май месяц, девчонки наши довольные, им хорошо и очень тепло. Это, конечно же, легкое, элегантное, стильное пальто, которое мы можем носить с вами каждый день. При этом я хочу напомнить, что в нашем пальто присутствует шерсть. Давайте еще раз напомним о тепловых характеристиках натуральной шерсти. Она согревает, она не дает нашим косточкам промерзать. И еще, наши суставчики будут всегда чувствовать себя комфортно. Здесь, в данном случае, пальто мягкое, очень удобное. Оно подстраивается под ваши формы благодаря тому, что с шерстью здесь участвует пан. А именно пан защитит яркость цветов. Три цвета – коричневый, синий и серый. Выбирайте свой. Выбирайте также свой размер. Гордостью напоминаю, что широкий размерный ряд на нашем телеканале от 46 до 64. Также хочу напомнить, что все звонки в наш колл-центр абсолютно бесплатные. Да, Света, даже с мобильного телефона. Это прекрасно. Я хочу сказать еще раз, напомнить о том, что это легкое пальто мы можем носить как с юбками, как делает наша Елена, так и с брюками, как делает наша Любонька. Если вы ищете для себя легкое пальто, выбирайте на размер больше, чтобы можно было носить со свитером, с джемпером или с водолазкой карамель. Оля, я хочу несколько слов сказать про уход. Так. Вот ты задала правильный вопрос. Как сделать так, чтобы вещь не садилась? Конечно же, нужно использовать правильную температуру воды. Шерсть не любит горячей воды, поэтому максимальная температура 20-30 градусов. И давайте вспомним еще одно очень хорошее правило, что при стирке шерстяных изделий мы используем детский шампунь. Ваши вещи будут еще мягче и нежнее.